Ну что ж, друзья, добро пожаловать на канал BBPlay, меня зовут Владимир, и пользуясь случаем, хочу вас поздравить с наступившим 2020 годом, годом Крыски. Желаю вам всего доброго, успехов, счастья, здоровья и, конечно, всего, чего вы пожелаете. А сегодня мы продолжаем снимать игрушку под названием Planet Zoo. Займемся у нее разведением волков, или вернее, строением вольера для них. Так что давайте, друзья, поехали. Итак, сегодня мы займемся строением вольера для волков, как и уже говорилось. Будем строить это где-то здесь, в этом райончике. Еще у нас созрели проблемы по поводу размера вольера для наших животных этих. Да, вроде бы они говорят, что им нужно место, но когда ты их кликаешь на них и смотришь по обмерам, у них у нас 706 квадратных метров, да. Им надо 570, то я не знаю. Может быть, из-за того, что у нас здесь лужайка, ну не знаю, навряд ли. Ну не знаю, может быть... Так что посмотрим, еще, может быть, поделаем по поводу этого дела. И, может быть, расширим как-нибудь его, чтобы получить нужный нам размер. Так вот, что-то получается, не знаю. Но я, скорее всего, что думаю, что влияет эта лужайка. Это, наверное, может, даже уменьшим ее, по большому счету. Ну, посмотрим. Кстати, ладно, окей. Это потом уже решим этот вопрос. И еще что нам нужно, у нас постоянно возникает проблемы с... с местом отдыха для наших работников. То, что мы просто сделаем, что скопируем просто местечко, где они нас отдыхают, да, и поставим еще одну такую штуку, да, потому что, ну, у нас довольно-таки большой персонал уже, по большому счету. Ну и продублируем это все дело. Так что давайте сначала займемся этим делом. Так, где это у нас? Что-то здесь застрял, походу, да, ладно. Как там у нас было, уже забыл, блядь. Так, рассказывать, как у вас там, дружа, пошел Новый год, как встретили, где встретили. Помните ли вообще, как вы его встретили? Это тоже немаловажно. Так, хорошо, ладно, короче, доставим это где-то вот здесь. Да, надо проверить, как это будет все выглядеть. По возможности. Так, тут вот и дерево странно мешает. Так, ладно, вытащим в эту сторону, где-то вот так, да. Где-то вот так, да. Отлично. Кто умерло, что? Кто-то что-то, где-то что-то умер. Не понял. Кстати, я, да, в офлайне, короче, приобрел волкчонка одного пока что. Где у нас, блин? Не, это у нас, подожди, где у нас это все дело находится? Так, тихо, секундочку, где это у нас, да, все это дело? Так, зоопарк, ладно, зоопарк. А, нет, не туда смотрю вообще, пипец. Вольер, что с ним такое случилось? Только зуб, так, ну, торговый же, да, вот я, вот у нас есть волчонок один мужского пола. Покупал его за деньги, потому что, ну, как видите, у нас очень мало листиков. Или баллы, эко-баллы, или как это можно. Так, что здесь у нас получается? Не дается найти научным центру. А, ну, наш данных же научных, два научных сотрудника. Это что у нас? Это научный центр. Короче, мы просто его копируем. Еще ставим один. Так, его поставим куда-нибудь, ну, сюда, скорее всего, что же делать. Нам нужен он тоже. Так, деревце, так. Подожди, так, секунду. Это мы убираем. Перемещаем его куда-нибудь. Не знаю, вот куда-нибудь сюда. Если получится или нет. Так, нифига не хочет, да? Ладно, ладно. Зай, может быть, сработает, но не вряд ли. Короче, его поставим сюда просто, вот, пока что. Если что, потом кого-нибудь переставим, если надо будет. Так, окей, у нас сейчас, по идее, что происходит здесь? Слишком долго находится, что? Слишком долго находится где? В ящике, а почему его переместить? Да, ну вот, говоришь, что же место для уведомления. Что случилось? Второй класс. О, давайте. Третий у них там. Что-то они жаловались на еду, пусть они кушают. Животные 6. Что здесь происходит? Что за одно животное? Что там такое? Задержание вольера. Кормушки. Кормушки вольера. Ах ты, бля. Так, подожди.
Обновить элементы. Обновить все элементы. Обновим. Так, где это у нас? Тут еще тут уже было, да? Что-то здесь. Обновить элементы. Количество. Так что. Вызвать смотритель Валера, это не важно так уж. Так что здесь у нас количество 0,2. Не понял, что ты. А что за херня? Количество 0,6. Окей, ладно, черт с ним. Выберите Валер без ограничения колонка воды, да? А что здесь? Что это такое? Что это такое у нас? Обогащение, ага. 43. Новизна 86%. Короче, такая вот фигня у нас здесь, да? Ладно, короче, окей, хорошо. Что у нас здесь? Так, ладно, потом разберемся с этим Валером. Значит, его место. Может быть, чисто из-за этой лужайки. Короче, погнали строить Валер для волчар. Так, нажмем на паузу пока что. Хлобысь, так. Сколько надо, кстати, надо посмотреть сначала, что и как ему нужно вообще. Быстрая сделка. Так, Запедия. Алло, ты где? И чё, не вижу Запедию? Что за херня? Ну, волк. А, вот, все. Получив дикой природе 300 тысяч. Вызывает не меньше опасений, но это понятно. А, волки, канис, лупус. Крупный представитель собачьих, обитающих в большей части северного полушария. Они универсальные хищники, способны питаться любой добычей и жить практически в любых химических условиях. Отлично. Так, так, что по размерам? Что по размерам? Что по размерам, друзья? Что вам надо по размерам? Ебать, 1162 квадратных. Ёбалё, вот это большой вольер будет однозначно. Нихера себе. Не будет ли ему слишком жарко здесь? Класс второй, потому что от минус 8 до 29 градусов. У нас здесь, смотрите, друзья, 42 градуса, блин. Это мне не нравится. Не нравится, ладно, что здесь? Данное видео. Так, 12 месяцев продолжение. Так, что здесь? Заблокировано, это изучать надо. Не имею, так, ну что? Ну не, попытаемся, конечно, но не знаю, ну не знаю. Ладно. Ну что ж делать, надо что-то забубинить сейчас. Тогда начнем мы, короче, с... На разметочке, куда мы будем ставить барьер, вольер. Не знаю, где-то, наверное, если там тысячи с хуя метров, ну, блин, надо, наверное, сюда, говорит, поставить. Ну, подожди, или сюда. Ну, не знаю, блин, так говорится, да. Ну, поставим сюда, давайте вот так начнем. Короче, друзья, я как намечу вольер, более-менее, чтобы был одинаковый размер, да, тогда я вернусь, включусь обратно, и для вас это будет секундочка, а для меня чуть подольше, так что, друзья, никуда не уходите, скоро увидимся. Ну, короче, наметили мы вот такую территорию. Не знаю, сейчас, короче, не знаю, сюда мы поставим, как говорится, сетку. Ну, то, чтобы тут видели, что тут происходит, да, так. А почему ты не отмечаешься? Ну, и сюда, может быть, потому что мы протянем здесь дорогу. И вдоль, вот, до сюда. Сюда. Еще сюда. Ну, и сюда. Так как мы будем там ставить, протягивать дорогу. Здесь мы поставим вот-вот отсюда. Я думаю, мы поставим дерево. Это уже бревна. Класс 3, наверное, такой большой. Класс 5. Это металл 2. У нас есть кирпич. Ну, не надо 5 класс. Гофрируем металл. Это что, на 2? Ну, давайте. Как это выглядит? Ну, не знаю, не знаю. Может быть, все-таки оставить так. Или гофрируем металл. Бревна, это 3 класс. Стекла 2 класс. Как бревна выглядят? А давайте бревна ставим, а? 3 класс, вроде бы не страшно. Так, где там у нас мои стрелочки? Потом, если что, мы можем поменять это все дело. Это не проблема вообще, ни грамму. Отлично. Ну и сюда вот бревна. Хлыбысь. Сейчас запустим... Ой, сейчас не сначала надо протянуть дорогу нам. Запустим, главное. Кстати, значит, что мы сделаем? Мы сделаем еще сюда дорогу. Вот, как отсюда, да, идет у нас дорога для работников. Чтоб туда люди не ходили, да, вот так. Идем. Идем по сетке. По сетке. Вот так. И раз.
два, три, четыре. И посмотри, что волчку надо, чтобы он существовал с комфортом, говорится, да? Так, здесь уже не надо по сетке. Алё, что за фигня? Чуть не до... Ты издеваешься надо мной, да? Ладно, мы, короче... Ворота вольера железные. А почему ты не ставишься, шука? А вот... А, во, деревянный вольер. У нас здесь дерево. Ворот вольера. Блять, ничего не понимаю. Что-то не хочет работать у меня. Не удается модифицировать ландшафт. Что за... Ладно. Уберем это, значит. И сюда поставим деревянные ворота. Вот. Вот. Отлично. Супер. Ну, как-то получилось, пись какая-то. Да ладно, хер с ним. Сейчас животное. Сейчас животное. Потом мы уже приступим к оформлению этого всего дела. Животное, сюда иди, переместить тебя, переместить. Вот. Запланировано, окей. Ну и ждем. Пока нам животное принесут сюда. Здесь они нормально пойдут здесь? А, паузу-то дожать, погнали. Так, этот пошел за живкой. И посмотрим, что у нас получится здесь. Какой А, кстати, что у нас по размеру, блин. Надо проверить, сколько у нас размера. Что это такое? Что за глазик? Такого не было раньше, не видел. Так, ладно, это что с ним? Так, общая прибыль 1000. Разобразование 1000. Снижение уровня преступности 2500. 3 на 3 месяца. Отлично. Так, ну-ну, неси волчка. Неси. Скажи, что ему надо и что... Как он там вообще себя чувствует. Это, конечно, деревья, это все уберем, и это не проблема. Итак. Волчонок. Ну, смотрим на тебя. Что тебе по размерам? Ой, у нас 4000 квадратных метров, блин. Ну, это вольер, это просто огромный вольер, да, нахуй. Наших волчков. Ну, ничего, короче. Что-то я переборщил, молись. Ну, тогда тут все равно будет волк еще. Я думаю, высокая трава, да? Надо высокую травку им, да? Ну, давай, высокая... Высокая трава, да? Ну, например, какой-нибудь сюда забубеним его. Высокая трава, говоришь, да? Или у него... Не, ему надо низкую траву. Да, ему надо низкую траву. Так, кисть увеличим, да что-то... Ой, ёпта, ну это да, не настолько же. На десяточку. Ну-ну-ну, давай. Блин, ну тут надо, тут, по крайней мере, тут у нас будет довольно-таки много места. Так, ну что, высокая трава. Вообще звездец. Ты издеваешься? Вообще высокая трава, вообще не алё, да? Ну, где-нибудь тебе же надо ставить высокую травку. Короче, начнем сделать потом, друзья, надо вокруг сделать, потому что довольно-таки большой вольер этим животным. Ну давай еще. Во, все, тихо, спокойно. Так, низкая трава. Так, что это у нас здесь? Почему ты мне не даешь? Как это понять вообще? То мне говорит одно, то говорит другое. Так, подожди. Ладно, надо, может, это убрать.
Еще проверим, что он говорит тут из меня. Благополучие, так, вольер. А, все нормально. Питание, благополучие. Что это у нас здесь? Что ты там хочешь? Вольер. Температура, ландшафт. Растение, укрытие. Но это мы сейчас сделаем, это не проблема. Так что поэтому. Низкая трава. Слишком много низкой травы. Ты издеваешься, чувак, надо мной? Ну ладно, допустим. Ну, я не понимаю, потому что мне... То мне говорит одно здесь, другое там. Ну ладно, забьем эту тему сейчас пока что. Это уберем. Хорошо. Так. Как-то очень странно все это выглядит. Очень странно. Ладно, черт с ним. Так, значит, идем по ландшафту его нам так. Игрушки, обогащающие характер вида. Так, вольер. С промышленной средой. Это палатка. Короче, водичку надо поставить, во-первых. Так. Строительство, нет, объекта, природа, вольер. Водичку надо поставить ему. Водичку. Что это у нас? Клетка для еды. $500. Что это такое? А, это для высоких животных. Ладно, поставим сюда одну водичку. Так, у нас большой вольер, блин. Надо тут побольше это ставить всех дел. Поворачиваем. Вторая водичка. Третья водичка. Так, сейчас по еде пробежимся. Миска для еды большая, миска для еды малая. Ну, большая, что у нас будет здесь, так. Допустим, раз. Два. Пока что по два. Посмотрим, что это такое. Корыто водос малая. Ну, можно что такое, где мы забубенить, не? Корыто с водой малая. Так, что с лакомствами? Это что, поилки? Нет. Мне надо игрушечки. Водичка ему надо, водичку вообще? Ну да, допустим. Это что? Это нам запах. Так. Что? Ландшафт. Ой, ничего не вижу вообще, ничего не вижу. Так, ладно, мы сначала надо построить им еще укрытие, как говорится, да? А укрытие мы поставим из бревен, знаете, как, друзья? Из бревен. Так, благополучие, так, у нас так. Так, благополучие, так, ландшафт. Сейчас поставим ландшафт. Ну, короче, день как вернется, друзья, так сразу займемся делом. А сейчас нажмем на паузу и посмотрим, какое укрытие мы сможем сделать ему. Как только день вернется, по большому счету. Может, это из камней забубенить? Так, значит, сначала пока у нас тут нету... Как говорится... Дня. Села, так, мы сейчас сделаем какую-нибудь ямку. Какой-нибудь водоем, я не знаю. Где-нибудь. Вот здесь, например. Залим водиться. Вот так. Укрытие мы построим, ландшафт. Так. Пару камней закидаем потом еще сюда. Так, это что у нас? Это не то. Сюда мы поставим какую-нибудь горочку. Так, что у нас ландшафт? Так. Равнять основу, это не то, неровности. Так, начнем так, деревья построим где-нибудь, так, это ландшафт, да? Лучше не показывать, что ему нужно именно по ландшафту, да? А здесь мы какой-нибудь рыхлая земля, автоматическая покраска, снег. Снег? Можно снег какой-нибудь сюда на горку записать?
Но это будет интересно, конечно, как это будет выглядеть, уже температура просто 40 градусов, как там снег может вообще действовать на это дело. Ну ладно, чисто ради интереса. Но вот и растаял, да, по большому счету. А не, или когда, да, ну ничего не происходит, потому что это слишком высокая температура. Укрытие мы построим, это сейчас день наступит. Так что теперь, когда, друзья, день вернется, мы вернемся обратно к этому делу. Так, друзья, наступил день, и начнем заниматься строительством какого-нибудь укрытия для нашего волчонка. Так, ладно, что мы можем построить такое интересное тогда? Может, это как-нибудь с камней что-нибудь забубенить? Подожди, так я уже забыл, что как надо было что делать. Может, как-нибудь укрытие с камней сделать? Не знаю, будет на работу, не будет так. Например. Например. Один так. Ну, допустим, давайте что-нибудь вот такое сделаем. Так, два, да, как это выглядит? Ну, более-менее еще так. Дальше, дальше, дальше. Знаете что, посадим сюда камушек. Один. Два. Может, чуть побольше взять камушек? Как ты будешь выглядеть здесь? Нет, ты слишком маленький. Ты тоже маленький. 5000 маленький. Во. Два. Три. Может, конечно, слишком узкий будет, не? Ну, что мы таких побольше сделаем? Ну, чисто поэкспериментировать вообще будет работать, потому что я не уверен в этом. Так, как это выглядит? Ну, допустим. Допустим, 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 вот так. И сверху накроем вот какими-нибудь пластинами, да? Или не получится, да? Дайте побольше пластин нету. Так, 15 тысяч, 10 тысяч. Может, здесь больше пласта есть, пласта есть. Так, нет, это не то. 7,5 тысяч, тоже не то, 15 тысяч. Во. Может, такие где-нибудь посадим? Давай, сейчас попытаемся раскидать их. Так, секундочку. Так, ты еще спускайся вниз. Вот так. Так. Хаотично раскидаем. Типа вверх закроем, типа так, вот так. О, а сюда, кстати, сюда можно попытаться. Ну, не знаю, ли получится, конечно. Постараемся одну тему сделать. Не знаю, получится, не получится. Ну, навряд ли не смогут залезть так, блин. Не постараться можно так. Так, слишком маленькие камни. Так, это сюда. Так. Зажмем сюда. Сейчас мы тут, блин, намутим что-нибудь такое интересненькое. Здесь что получится задуманное. Я хочу просто сделать, чтобы они могли наверх добираться. Думаю, по идее должны залезть, да? Как вы думаете, друзья? Я думаю, что должны залезть. Вот так сделаем. Сюда, вольер. Нам надо спальное место положить. Что это у нас?
кормление травоядных. Нам нужно кормление травоядных. Спадка. Спальное место. Среднее место огромное. Во. Мне кажется, что это все висит в воздухе. Ну ладно, посмотрим сейчас. Так, короче. Все отмечаем это. И перемещаем. Сейчас посмотрим. Ебать, какой большой, огромный получился, а? Ладно. Нельзя так стоять, они же, бля, перепрыгнут нахуй через эту хуйню, иначе получается, да? Вот на горку какой-нибудь на забывение мне или как-то по-другому, чуть-чуть, секунду. Не, ну как-то, блин, огромный получился у нас вольер, друзья, что могу сказать. Ну, допустим, ну и чё, это будет мне здесь как укрытие, где там, волчара, ты где? Я тебя потерял. Ты где, дружище? Ладно, отожмём паузу. А где он? Алло, волк, ты где? Я волка потерял, друзья. Волк исчез, нахуй. Куда он исчез? А вот волк, ёпты. Волк, лично. Как ты там с местом? Мы работаем как вольер. Укрытие. Да, 100%. Просто шикарно. Так, значит, начали, друзья, делать, что хотелось сделать здесь. Еще одну такую тему сделать, да? Вот, прямо природу ставим, да? Смотрим волчка. Окружение зоопарка. Что у нас подходит? Нам подходит тайга. Лиственный лес и тундра. Идем по этому делу. Берем. Это что? Алоэ вера. Это Азия, Африка, Снайга, пустыри. Нет. Нам нужно что это? Тоже не то, не то. Тайга. Тайга. Альпинистская какая-то вещь. Смотрим. Отлично. Для него это работает. Сейчас будем заниматься декором. Это тоже неотъемлемая часть этого дела все. Я хочу его, короче, полностью здесь вот так забубенить. Сейчас посмотрим, да. Отлично, во-во-во-во. Шикардосина, вот так, хорошо, хорошо, хорошо. 1%, да? Отлично. Сюда мы забубеним. Это как большая? Ух ты, какой большой. Этот... Посмотрим, не, это слишком уж навязчивое, так. Что-нибудь такое более-менее... Во! Вот такую вот можно поставить, да? Сейчас постой, повернем его в другую сторону, вот так как-то. Отлично, смотри. Дружище. Ну, не знаю, ли он заберется сюда, блин, наверное, кажется, не слишком высоко ему, да? Так, это мы сюда забубеним, да, красивенько так. Отлично, 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 просто шикарно. Дальше я хочу сделать, я хочу посмотреть какую-нибудь, не знаю, какие-нибудь листья, что ли. Вот сюда. Как знаете, деревья, они растут везде у нас, по большому счету, да? Так, что это у нас? О! А так? Я могу это свесить. Мы можем это свесить, только надо через X его переворачивать. Вот так. Ой, тут только что-то надо... Тихо, не кричи на меня. Берем его. Да, тут очень хитро получается, кстати, да? Ну, блин. Так, главное, вот через мультюль опять надо крутить мне. И кот исчез. Вот жопа. Ладно. Плохо, что не привязывается к поверхности.
мы сюда смотрим. Ну, могу ли тебе присобачить? Мультитул бер... Эй, а ты куда его отнес? Почему он в коробке? Так, ладно. Допустим, вот так. А почему ты в коробке, дружище? Что с тобой случилось? Благополучие. Ах ты, бля. Темпер... Ах ты, вот. Животное слишком жарко. Ладно, если мы, например, сделаем вольер и поставим... Ну, я вот и говорил то, что из-за этого вот получится такая херня. А, вот. У нас же есть это, вот тема. Охладитель. Там охладители сюда. Не знаю, должно хватить, да? Работает эта щель? Ну как это, с электричеством хватает ему полностью? Или надо поставить мне... Значит, друзья, значит так, чтобы я точно был уверен, что ему электричество хватает, все равно надо будет делать электричество. Я построил в прошлой серии генератор и водонапорную башню, да? Так что просто сейчас сделаем то, что мы скопируем. Генераторную. Ctrl-D. И идем сюда, в этот радиус. Потому что я думаю, что мне надо энергия для этого дела, да? Да, потому что, видите, он, друзья, говорит, все-таки нужна энергия. Ладно, посмотрим. Окей, смотрим, что происходит. Так, как у нас с температурой? Окружение, давай до минус один сделаем. Здесь 0. А ну 0 тоже хорошо. Измерение 35, минус 35 градусов. Отлично. Как тебе благополучие, дружище? Ландшафт, все, температура отлично. И значит, что мы можем, друзья, сделать? Мы можем, значит, сделать другую тему. Мы можем сейчас поставить сюда. Просто сейчас забыл про эту штуку. Вот. Вот сюда, да? Вот, например, да? Раз, два, три, четыре, шесть, семь. Я думаю, хватит, достаточно будет. Природа, и нам нужен... А где у нас был снег? Это было в барьере или в вольере? В вольере, походу, это было, да? Нагреватель, охладитель... А где был снег, друзья? Вот где был снег? Это был в ландшафте, кажется, да? Смотрим в ландшафте. Да, вот снег. Так, кисть уменьшим, молись. Так, сюда мы еще поставим парочку вольеры, охладителей. Так как у нас здесь снег есть. Во, отлично. Надо все, главное, этими охладителями у ББ не скажет, потому что, ну, иначе будет полнейшая жопа. Не знаю, или правильно вообще делать это дело. Ну, что же делать, надо проверить. Видите, какой у него размер, размах одного, ёпта, это, кажется, слишком много их, да? Ладно, лисичок, напишите, друзья, лисичок, слишком много. Так, хорошо. Так, у нас тут речка, да? Значит, мы... окей, благополучное питание. Так, у нас вот это с игрушками что-то неладно ему, да? А что ему интересно? Лакомство. Это что? Массажный матрас. Так, давайте иди сюда. А ты, вот что ты хочешь? Что тебе интересно? А, кстати, зоопарк. У нас в исследовании, может быть, волк получил, появился. Да, так что, значит, да, сюда идем. И он изучит уже
что ему интересно и что ему надо. Так, сюда мы поставим сейчас стенды. У нас уже по большому счету уже, ну, 1,5 звезда. Одна с половиной звезда, блин. Вот так. Забрать награду. И хорошо, хорошо. Мы поставим сюда стенды сейчас. Объекты. Служебный маленький животный. Урна, инфраструктура, объекты для посетителей. Это уже не важно. Информация. Это тоже нам пока что не нужно. Зоопарк. Я уже не могу вспомнить, где это все находилось. Это что такое? Банкомат. Поставим урны. Как же без урны? Как же без доната, друзья? Следующее, что мы поставим. Это у нас не то, это не то, это не то. Урны. Нам надо поставить урны. Чтобы они не мусорили у нас здесь. Отлично. Следующее, что нам надо поставить, только не знаю, где это находится. Природа, строительство, чертежи, может, строительство? Нет, ну навряд ли. Архитектура, вывески. Это что? Стоячие значки. Не то, не то, не то. Или еще раз не то. Нет, значит, будет в объектах. По-любому в объектах. Объекты. Гоши нажал все и нету. Вольер, может быть, вольере? Ну нет. Ну нет, 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 природа. Ну тоже нет, объекты. Ну нету здесь, тут всякое разное. Только не то, что мне нужно, строительство. Ну, по-любому строительство должно быть, да, ёпта, что за хня. Эти экраны и все остальное. Ну вот свет, да. Освещение, это понятно, хорошо, ладно, допустим. Мне надо сейчас инфраструктуру указать, что это такое, что за живки. Обучающий материал, как говорится. Ну каш. О, извините, друзья, надо было чуть тут зашли. Мелкие потревожили меня. Так что извиняюсь заранее. Так, дальше ищем, куда нам надо. Что нам надо? Да я, блядь, не могу понять, где это находится вообще. Так, какой-то писец. Это что? Ну это карабкаться, залезать, лазать и так далее и тому подобное. Еда, лакомство, это охладители, это все понятно, это ясно мне. О, блин, наконец-то пошел. Это нам как-то надо прикрыть эти все вентиляторы, но это мы прикроем чем-нибудь потом. Слишком много, походу, их поставил, да, здесь? Что у нас здесь происходит? Что с температурой? Ландшафт. Тебе ландшафт не устраивает еще, да? Что тебе не устраивает еще в ландшафте? Ладно, это потом разберемся. Сейчас еще, блин, совсем другую вещь. Небольшой ледяной шар. Не то. Природа, не то. Объект. По-любому этого объекта должно быть. Ну что за херня? Колонки. Да вот же твою дивизию. Образовательная тема. Так, смотрим. Это ставим где-то сбоку. Вот сюда где-то. А почему он черным цветом светит у меня? Ему надо какую-то подставку, да? Это что такое? Это что-то такое. Мне надо подставочку, да? Экспозиция. Где она находится? Образовательные стенды. Нет. 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 Вот. Так, нам надо образовательные стенды. Нам надо на что-то его посадить, походу, да? Ну, давайте, например, вот такой телевизор поставим. Ой, телевизор, ну, такой экран. С этой стороны. Отлично. Ой, чудо темно. И... Волк. Сюда. Это мы поставим сюда. Тут надо еще найти, где перед, где зад у него. Это, наверное, перед. Вот это перед, наверное, да? Мы поставим сюда, потому что там будет дорога продолжаться у нас. А, это... Нет, тут будет можно... Вымирание животных. Вот, поставим такую тему.
Дальше. Поставим мы что? Объекты. Свет нужно влюбить. Влюбить, влюбить, влюбить. Это что? Обучающий громкоговоритель. Но куда его забубенить можно? Можно на пол поставить. Музыкальная колонка. Обучающий громкоговоритель. Ну, допустим, куда-то его можно было бы забубенить сюда, но не получится. А можно он на пол поставить? Ну, навряд ли. Ну, не знаю, куда можно было это делать, поставить. Так, смотри, что здесь. Давайте сюда поставим еще один такой. Даже не один, а побольше их. Чтобы они знали, что это за животные. Вот сюда, кажется, поставим вот так, да? И вот сюда. Так, со светом где-то, блин, тут лажа получается. Так, и что у нас здесь? Это что такое? Образовательный стенд? Для чего? Почему нету? Как нет материалов? Или это, например, мне надо ставить под? Ну, переместить его куда-нибудь. Но вряд ли. Ну, постараемся вот так. Я думаю, что нет. Тут нет. Не знаю, что за стенд. А, экспозиции. Все, я понял. Это экспозиция, это не то. Так, не то. Так что не надо было. Так, объект строительства, нам нужен свет. Нам нужен свет. Освещение. Освещение. Так, хорошо, мы сегодня поставим вот сюда один. Так, ну вообще должны были быть большие стенды. Вот такие вот. Так, это мы повернем сюда. Походу, так, подожди, мне надо проверить, как это работает. Насколько его хватает, по большому счету, по объему. Ой, ёпты, друзья, смотрите, какое у меня место. Я еще просто слишком много поставил. Так, значит, так делаем то, что мы сделаем. Так, удаляем. Я туда уже натыкал там целую кучу. Там, блин, парочку хватало. Это оставим. Это оставим. Так. Здесь тогда, конечно, нам столько не надо. Поставим один в центре и все. Это уберем. Отлично. А то я тут, блин, нафигачил целую кучу. Значит, друзья, ты сейчас просто тогда еще посмотрим, что мы можем здесь сделать. Так, например, да, сколько тут у нас так холодно. Здесь сюда поставим, значит, один. Вот так. Отлично. Ну и вот сюда один тогда, да? Ну или два, например. Ну да, вот сюда, например, так, чтобы... Так, это он охладит, это охладит, все отлично. Там у нас ничего страшного. Так, отлично. Дальше, продолжаем тогда с природой. Вольер, природа. Тайга, значит, да? Какие-то цветочки. Ну, давай поставим куда-нибудь сюда. Ну, походу, наверх не забирается, да? Он не может забраться наверх. Ах ты ж жопа. Ну, ладно. Потом разберемся этой темой. Так. Кстати, не проверил его, как он реагирует на эти цветы и так далее, и тому подобное. Пойди сюда, волк. Благополучие растения, все отлично. Так, здесь... Так, а что ты так висишь? Некрасиво у меня. Ладно, беру тебя пока что. Надо попытаться как-то улучшить
Скарабка, наверное, то, что не может залезть слишком высоко для него, да? Ну, допустим, войдем, что-нибудь поставим сюда еще. Ой, ёпт, не слишком. Ой, ёшки-матрёшки. Тоже большой. А этот... Ну, допустим, но тут уже должен как-то взорваться мне. Я даже посажу вот сюда, вот такую вот тему сделаю. А дальше здесь. Ну что из-за этого, что слишком высоко здесь, он не поможет забраться. Ну ладно, мы сейчас как-нибудь что-то тут придумаем. Ладно, например. Вот так. Разные камни, разные вещи. Ну ничего, нормально. Сюда хочу, значит, посадим деревья, какую-нибудь деревяшку, деревья, так. Это что, желтое есть, вот такой вот какой-нибудь. Отлично. Вот. Пару елочек какой-нибудь сюда вот. Это вот так. Или... Ну давайте вот так это вот. Что еще можно за так? Мне надо проверить, что это собачка, что у нас волчик, волчонок, хоть как у меня там с растениями все нормально. Не нервничаешь слишком много. Что-то. Ого. Это что? Так, тут вот ямы. Яму сюда засунем. Два. Такс. Пень. Нет, нам нужен черная ель. Вот эта вещь. Нет, сюда точно не полезет эта вся тема. Так, значит, так, что мы можем еще сделать? Я хочу что-то на какие-то водные растения. Плюш. Почему ты так... Это что за цветы? Почему цветы на небе у нас? Ну, ладно. Что с деревьями? Странные они у нас. Что, они без стебля, что ли, я не понимаю. Ну ладно, допустим. Но сюда не забирается. Вот какие-то такие, почему не забирается вот сюда? Вы почему не сюда не залазите, а? Ну, надо еще, может быть, какой-нибудь камушек себе забубенить. Так, ладно. Черт с ним. Это я хочу закрыть. Будет это нормально работать? Отлично. И сюда посадим какие-нибудь красивые деревья. Это же даже не деревья, знаете, что это? Тут я видел, это есть пень. Так, так. Камушек какой-нибудь забросим. Не, ну тут какой-то зеленый камушек, не алло. Это вот сюда. Я хочу одну тему сейчас замумить. Здесь получится. Так, подожди.
Так. Ну, это будет что-то как-то выглядеть так. Ну, чуть безобразно. Ну, не то, что безобразно. Нормально, нормально. И сюда вот такую вещицу. Где там? Нет, это не то. То, что мы здесь поставили, помните, друзья, вот такую вот я хочу поставить перед входом. Тут мне опять надо поворачивать. Через это было что? X, это был X. Это была ось X. Это синяя, да? Это красная. Так, это сюда. Зеленая, вы правы. Вот так, отлично. Супер, и сейчас мы будем ее перемещать. О, что-то наподобие вот такого. Это повернем вот так. Это так. Это текст. Это надо повернуть опять же. Текст. Ну это сейчас мы перевестим. Переместим. Даже не будем перемещать, потому что все хватает. Так, отлично. Отлично. Так, это тоже убираем. Да где там волчонок? Волчонок, ты где там? Ты спишь, да? Иди сюда, иди ко мне. Так, что у тебя тут питание? Это мы сейчас займемся, ландшафт. Вот с ландшафтом, почему же так? И надо подойти, что он хочет по ландшафту. По ландшафту. Песок, снег. 5% у нас есть, так что нормально, хватит ему пока что. Что у нас по изучению? Подожди, сейчас проверим. Ну... Отлично, отлично, отлично. Продолжить изучение волчков. Что мы изучили у волчков? Мы изучили пару вещей. Это что, образовательный стенд? 50. Так, игрушку мы одну выучили. Сейчас смотрим. Вольер. Игрушечка. Ну, это у нас спальные места. Кушать. Кормушки. А где наши? Вот игрушки. Так, и где? Что мы выучили у него? Подарочная коробка. Лакомство. Это что? Замороженные фрукты. Здрасте, это что? Подожди, что это, как это выглядит вообще? Ну, допустим. Замороженные фрукты? С какого хера вообще замороженные фрукты? Это что, это игрушка для них? А она будет просто играться с ними, да? Да, хорошо, допустим. Так, ладно, дальше строим природу у Валерии. Или слишком большая, слишком... Да, нет, не то, не то. Вот так. Не знаю, почему не забирается жопа на этот верх. Это что, что-то с водой хочу сделать. Так, подожди, что у него там было? Подожди, что он хотел из природы, что он мог... Лиственный лес. Так, значит, убираем тайгу. Мне нужен лиственный лес. Это что? Пустые. Лиственный лес. Тайга. И тундра. Где тундра? Тундра. Тундра есть где-нибудь? Тундра. Тайга. Тундра. Отлично. Отлично. Супер. У нас все есть то, что мы хотели. Так, что это у нас здесь? Так, отлично, это мы здесь сюда поставим какой-нибудь. И может, что-нибудь еще такое интересненькое найдем здесь. Что это такое? Не знаю.
Так, это что? Какие-то интересные вещи. Ну, допустим. Тут экспериментируем, друзья. Смотрим, что это такое вообще. Что это такое? Сны альпийские. Во. Какие-то цветочки. Так, хорошо. Вот, вот что я хочу поставить сюда. Вот, 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 вот. Я искал камыши. С камышами все хорошо у тебя? Да, супер. Исследование разрешено, откройте меню для управления. Так, тихо-тихо, спокойно, спокойно, где там, что там? Волчков? Надеюсь, вот... Да, продолжить, что мы выучили из волчков. Так, смотрим. Стенд и лакомство. Лакомство, лакомство вольер. Лакомство. Кормушка. Поилки. Нет. Лакомство, лакомство. Бамбуковая кормушка? Что? Игрушки. Вот, жевательная игрушка. Отлично, что еще до нас такое выучили? Так, жевательная игрушка, так что она здесь... Какая-то бамбуковая кормушка. А при чем бамбуковая кормушка вообще, алё? Что с ней буду делать? Ну, допустим, ладно, возьмем. Ну, же бамбуковая, зачем? Волки, ага. Волки, ты... Так, и разные вещи там, короче, ладно. Ну, сюда не засунем. Оу, ты где? О, собака, волк лает. Так... Покажи, что у тебя тут. Ландшафт. Ну, ладно, мы еще изучим эти игрушки, дружище, так что не переживай. Так, надо свет, потому что собаку не видно. Собаку, блин. Волка не видно. Собаку. Так, ладно, какой-нибудь... Знаешь, что сделаем? Сюда его поставим куда-нибудь. Отлично. Единственное то, что, блин, падло, что не залазит все-таки на мой этот, на, сюда, на крышу. Может быть, там мы тут поставим тогда еще из бревен, сделаем какую-нибудь достроечку для него. Поставим пока что свет где-нибудь, втыкнем. Так, куда он исчез? Ладно, пусть стоит, да. Окей. О, пошел плавать. Первый раз вижу, что он плавает. Первый раз. Первый раз, друзья, вижу, что он пошел плавать. Ладно, теги лесной. Так, ну, значит, тут еще были у нас эти камыши, да? Где у нас эти камыши? Не, ну, я думаю, что камышов достаточно. Не, ну, вот еще сюда один засунем. Камыш. Отлично. Так. А есть что-нибудь надводное? Какие-нибудь там чашечки. Что это такое? Цитея. Оу, интересно. А как у меня там с этим цитеями? А то я, блин, кажется, что это вообще не ко мне, да? А, не, все нормально. Вроде бы. Так. Отлично, что-то засунули сюда.
это выглядит нормально все-таки, а то я что-то, я вроде более-менее окей. Фу, ну свинюшка. Ладно, так, дальше я хочу какое-нибудь дерево посадить сюда. Во. Такое одно. Другое. Третье. Отлично, пусть там будет. Так, хорошо. Что это такое у нас? Это могу посадить в воду? Да. И по бокам что-нибудь это. О, кстати, надо было продать. А вот эту. Так, что это у нас? Отлично. Это что, цитая? Нет, это не хочу. Какой-то, блин, очень интересное растение. Даже знаю, что за растение. Так, что это за растение вообще? Пуэйза, тундра, тайга, Южная Корея. Сейчас понасадим всякого. Сколько у нас денег вообще? 13 тысяч. Ну ладно, у нас идет плюсом пока что. Да, ну сейчас идет не плюсом, потому что мы сейчас только тратим все это дело. Окей, допустим. Так, что у нас здесь? Ну, это, там они все спорят по поводу этого дела. Ну да ладно. Короче. Это все тает, да? Смотрю, да? Ну хорошо. Допустим. Как там волчок? Ну иди сюда, дружище, где там? Спит. Питание, ландшафт. Вот с ландшафтом еще что-то не понимаю, что надо с ним сделать. По горку какую-нибудь забубенить ему. Ландшафт. А если мы снега поднакидаем здесь? Подожди, друзья, сейчас мы что, сколько снег будет? Может, какие-то ямы не делать, что ли, не знаю. Еще снег нужен, да? Ах ты бесстыжий. Может, какие-то ямы ему еще забубенить? 81% ландшафта, отлично. Так, чтобы не слишком много. Здесь мы потом еще построим какие-нибудь, может быть, там можно какие-то изучить какие-то разные вещи еще. Так, 85. Все, сейчас с питанием только надо разобраться и все. Ну как, ничего, плохо так, неплохо так, да? Только надо сейчас как-то по ходу с температурой разобраться, да? Где у нас температура? То есть, смотрю, что-то у нас снег растаял. Жопа. Вольер. Охладитель. Да. Ладно, поставим сюда тоже еще один, да. Потом эти накроем вещицкими разными камушками, например. Все, я думаю, будет окей. Сейчас мы сюда. Природа, например. Природа, да, что-нибудь, какую-нибудь кусь сюда можно посадить, вот, например, на него. Вот такой большой кустик, а. Отлично. Раз. Где еще у нас тут было? Вот. Два. Отличненько. Мяско. Там пусть это все тает. Сюда может какой-нибудь деревце. Маленькое деревце. А сюда. О, нет, не слишком большое деревце. И ты тоже слишком большое деревце. Пенек, маленький пенек.
камушек, может быть, да? Отлично, супер. Камушек, супер. Дальше что у нас тут еще где-то было? Во-во-во-во-во-во-во. Вот, я искал эти. Вот, красава. Вот, отлично. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вышел зайчик погулять. Отлично, просто шикарно. Мне очень нравится, прям очень нравится. Крапива? Крапива? Крапиву можно сюда как-то. Камушком подсыпать. Умер сюда, вот так, отлично. Ну, тут сегодня не будем крапиву ставить. Так, тут есть у нас еще вот такая тема, но сюда мы, думаю, какой-нибудь... Деревце с бубенем. Но она выходит за вольер. Не хочу это деревце бубенить. Это что? Это что? Кладония оленя? Это что, типа там они спят, что ли? Я не понимаю. Отлично. Супер. Так, дальше. Что у нас еще осталось здесь? Ничего больше, да? А вот еще один есть. Да всех, и надо их всех прикрыть. Угу, вот еще один такой. Отлично. И чтобы это все здесь прикрыть, мы сюда что-нибудь... Что мы сделаем сюда? Что мы можем сюда поставить? Ничего, походу, да? Такого. Брусничий куст. Да. Забубени брусничный куст, и все, пусть там один стоит. Так, что с собакой? Ой, сейчас, что с волчком у нас? Волчок, ты как себя чувствуешь? Я тебе скоро сейчас самочку принесу, будет все нормально у нас. Так, питание. Вот с питанием, да, характер для вида, но надо изучать. Так, все у нас, смотрите, друзья. Общее благополучие 79%, отлично. Смотрим, что у нас по поводу исследований. Продолжить. Так, что мы изучили? Новое. Игрушку. 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 Вольер. Игрушка. Это что? Запахом крови. Да, иди сюда. Раз. Два. Три. Ну все, питание сейчас что? Качество последнего. Так, надо повысить нам, иначе получается и ням-ням ему, да? Тут все отлично. Ну, это низкая трава, 41, это понемножку уходит. Отлично, лакомство. Это все супер, это все супер. Заценил себе. Так, хорошо, срок жизни. Ну, сейчас мы будем ждать, пока изучится у нас улучшенное питание для него. Давайте разглядим, что у нас получилось в общей сложности. Вот такая вот. Такой огромный вольер. Просто шикарно. Ну, не знаю, мне нравится, друзья. Оставляйте свои комментики, советики по поводу этого дела. Вам нравится, не нравится. Может, чего-то слишком много или как-то вообще безобразно. Это как у... Ну, подскажите, расскажите, как и что вы об этом думаете. Кстати, если мы поставим вот такую тему, мне интересно, будет залазить он наверх? Я бы, конечно, не хотел, но надо попробовать. Чисто посмотреть. Ну, слишком, кажется... Давайте попробуем. Просто чисто попробуем. Ну, навряд ли, я думаю, что он залезет сюда. Ну, давайте просто где-то так заценим. Так. Нет, это слишком, слишком... Допустим, вот так, да. И вот сюда. Нихера. Не, ну что-то как-то тупо это все выглядит. Что это такое? Для залезания. Ну, для залезания. Ну, навряд ли он залезет сюда.
Ну, допустим. Подожди, сейчас сделаем по-другому. Значит, так, это берем, убираем. Сделаем более... Нет, это слишком широко. Так. Сюда. Вот так. Допустим, вот так. Вот так, где-то вот так. Слишком маленький. Так, это что? Платформа для залезания? Так, значит, так это убираем. Платформа, да? Ну, давай ставим платформу. И чё ты? Ага, понял, понял. Это надо повернуть. А, кстати, смотрим, что у нас здесь есть. Может, тут даже волков нету, кошачий лемур. Ну да, только те, кто с ногами. С ногами. Черный бурый медведь, мелом пантера, кривотеребец, большая панда, банбо, бенгальский тигр. Значит, это можно все удалять. Так, это значит так, удалим. Так, смотрим. Как же ты ж... Почему ж ты не залазишь с жопы сюда? Из-за этого, может быть, навеса. Такой вольер, природа. Камни. Заснеженная каменная область. С этого надо было, наверное, начинать, друзья, блин, с камней таких вот. С камней. А если мы этот уберем, булыжник вот такой, да, и поставим вот, например, вот. То, что это у нас получается, вот этот зимний, блин. Ну нету, во-во-во-во, ледяной кусок льда. Ух ты, блин, нет, это слишком большой. Тоже большой. Как ты? Тоже. Довольно-таки большой. Подожди, это снег? Это комок снега. Ладно, допустим. А если мы снег сюда поставим, не знаю, ну навряд ли это что-то поможет нам каким-то образом. Ну чисто ради эксперимента, друзья, ради эксперимента. Допустим, вот так. Ну нет. Не хочется, не идет так, я хочу его поставить. Да. Значит, просто ставим камни. Короче, что это? Кусок льда. Ну нет, ну льда не хочу оставить. Просто ставим только камень, который более-менее однородный. Просто сейчас. Чуть-чуть по химичим. Ёпты, вот такой надо было с самого начала ставить. Ух ты. Ну. Не знаю, тут что-то получится такое, не получится, не знаю, так. Вроде бы он должен залезть, вроде нормально, тут не слишком, как говорится, крутой склон. Ну, здесь можешь свободно залезть. Вот так, что-то вот накидали мы, друзья, не знаю. Не знаю, почему не залазит. Я хочу, чтобы он туда залез, но он навряд ли залезет туда. Посмотрим. Если еще есть советики, друзья, по поводу того, что может заставить его залезть, советуйте, друзья. Будьте любезны. Так, ладно, короче, посмотрим, что у нас в торговле с животными происходит. Я хочу еще одного волчка купить. Ну, не знаю, ли получится у меня, потому что ни хера нету. Волчков, не было волчков. Есть тигры всякие разные, ну, за...
Нехорошие такие вот денежки. У меня только их вот видите 340. И ничего не происходит, не увеличивается. Так, а если берем по цене? Цена, обновить список. Дайте мне волчка еще одного. Желательно женского пола. Ну. Нихера нету здесь. Так, ладно, мы что-то изучили еще раз. Давай посмотрим, что там у нас изучил. Волчков изучили. У нас почти что две звезды, да, друзья, две звезды. 8000 денег, надо как-то тормозить уже. Так, лакомство, еда, игрушки. Две игрушки, два лакомства, отлично. Вольер. Игрушки. Так, что у нас есть новый из игрушек? Это что? Японский не то. Это что? Трубка зуб. Основа так. Нет, не то. А что с этим водой? Бенгальский тигр, гигиена собака, китайский, так, мандель. Лемур, бегемот, стратус, макаки. Тут нечего ставить ему, да. Ладно, что здесь с игрушками у нас? Кормушка. Бегемот, так. Это что да? Во! Во! Смотрите, друзья, вот. Один. Как раз мы нашли место для того, что там ему, чтобы поиграться, да? А ничего больше такого другого здесь нету? Да, больше еще нету. Это травоядных, мне не интересно травоядных. Так, что у нас с волчком? Где ты, волчок? Волчок, ты где? Вот ты, волчок. Ну да, с питанием еще разбираемся. Обогащение просто до 100%. Так, смотрим, что с волчками. Волчками. Торговы животными. Я хочу волка найти. Можно как-то вписать волк? Так, не то. Так что, друзья, ладно. А то, смотрю, видосик уже затянется. Слишком, короче, поставили мы волчков. Я в офлайне попытаюсь найти еще волчков. И тогда мы добавим их сюда. Вот. Так что большое вам спасибо за ваши лайкосики, друзья. Подписочек, если, конечно, вам не трудно. Бам, вот. Если есть какие-то советики, оставляйте комментики. Обязательно прочитаю, приму к сведению. На сегодня мы заканчиваем. Так что еще раз вам счастливого вам Нового года. Пусть он, грядущий годик Криса принесет вам больше радости и счастья, чем предыдущий. Нам говорится, большое вам спасибо за вашу поддержку. И всего доброго, друзья. Пока-пока.